Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня небольшой обзорчик конфет. Покупала вот эти конфеты себе как от Деда Мороза, то есть мне в подарок. Здесь 700 целых грамм. Целых 700. Но я думала, честно говоря, вот эта Аленка, ну, чисто для красоты. Правда. Я думаю, это так. 700 рублей, конечно, они нифига не стоят. Это просто пустая трата денег. Что по итогу оказалось? Там одна Аленка, то есть вот такие вот вафельные, их много штук. Сейчас я уже просто поела здесь. Такие вот конфеточки там всякие вот. Такие вот всякие конфетки вот они. Ну, блин, вот эти вафельки, ну они, я не знаю, ну они дешевые, мне кажется, стоят. Ну, рублей 20-30 стоят. Ну, не 500 рублей никак. Так, это вот все пончики, которые я съела. И вот тут вот. И вот тут вот конфеты, которые у меня остались. Ну, вот это вот она не будет, мне кажется, много стоить. Печенье. Вот они, вафельные. Такие конфетки. Блин, ну это не стоит 500 рублей. Представляете, 500. Плюс вот эти вот фантики. Вот они. Все, по-моему, я даже ничего не выкидывала. То есть вот это вот. Все стоит 500 рублей. Разве оно стоит? Правда, народ, скажите, шоколадка, Аленка. Я не знаю, на рублей 300 это стоит. При том, что я открыла, и там просто вот лежал внизу пакетик. Ну, пакет. Пакет хороший. Не более того. Не знаю, о чем я думала, когда покупала. Думала, что там будет просто разнообразие разных вкусных таких прям конфет. Ну, там вот такие. А, вот еще карамельки обычные. Вот несколько штук я тут уже находила. Вот они. То есть, ну, по сути, вообще просто ни о чем. Я надеялась, то, что будет у меня прям полная, огромная там коробочка. Хотя, кстати, по весу, когда ее вот так вот весишь, она казалась, что грамм 500. 700, конечно, мне кажется, там навряд ли было. Но сейчас уже не узнаешь об этом. Вот. Короче, я в шоке просто. Просто в шоке от них. Не знаю, ну 400 рублей, а не 500. Ну нет, рублей 300, мне кажется, это все стоило. Не больше. Несколько штук таких, сяких. То есть вот от нее бумажка. Аленка. Веселые каникулы. 701 грамм. Вот. А, ну вот тут вот, да. Написано все, что есть. А, ну все, да, вообще-то все написано. Аленка, 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 Аленка. Но я думала, что, видимо, вот эту часть открыла. Подумала, что... Немножечко вот этой будет Аленки, там сколько-то там, несколько штук конфет, да? А потом следующие уже будут нормальные конфеты какие-нибудь. Красный Октябрь, там Красная Шапочка, Мишка. Я думала, будет вот такие, думаю, вау, круто, 500 рублей, ладно, так и быть, отдам. Отдала. Получила говно. Как всегда. Так, следующий подарок, это у нас Димин, который... Мои родственники собирали, покупали все сами, по всей видимости. Подарили Диме вот такой большой сапожочек. Прям, знаете, как тапок можно дома носить. Так, и там у нас вкусняшечка. Вот такая вот вкусняшка. Так, здесь вот было... А, мировые хиты в одной упаковке. Вот такие вот мы с вами, кстати, покупали в парке Гагарина летом, если вспомните. Такая типа яичница, вот здесь вот кока-кола, то есть они по отдельности продаются. А ну вот, в принципе, вот сердечко, яичница, мишка, колечко, кока-кола. Видимо, от которого самое-самое такое вот покупаем. Не знаю, где же они их купили, может, у Метро, они там часто бывают. Так, давайте дальше. Вот такая шоколадка с Дедом Морозом. Смотрите, какая она классная вообще. Просто шикарная. Вот это вот веселые каникулы. Реально веселые. Это вот, ну, реально, вот это интересно. Интересно кушать. Тут интересная шоколадка. Так, ну, Мишка, конечно, хорошие конфетки. Так, вот здесь какая-то новая степ. Кстати, мы с вами, скорее всего, попробуем попозже. Интересно. Так, абрикос. В шоколаде. Так, еще темная ночь. Это шоколадка. Да,
Маунти. Еще. Так, а вот киндер. Кстати, киндер такой классный. У меня ребенок уже один съел. Там получается с одной стороны шоколадка и в ней две конфетки. Вот, а с другой стороны игрушка. Кстати, очень клево. Я думала почему-то, что у них шоколада уже нет, что там одна игрушка. Почему-то мне так казалось. Так, еще одна степ. Конфетка. Ух ты. Еще один. А, тоже. Тоже такой же почти как тот. Создай фруктовые. А, создай фруктовых героев. А, ну тут что-то можно создать из них, как-то с ними поиграть. Слушайте, все вообще классно. Подарок, который не просто съедаешь, лишь бы съесть шоколадку, да, а еще поиграешь с ней, понюхаешь, попробуешь, потрогаешь, да? Вот, с соком фруктов и витаминами. Так, баунс еще одна, мишка. Еще одна. А, ну и все. Что-то там еще ребенок у меня уже съел, в принципе. Вот такой один съел, он, по-моему, пару таких конфеток он съел. А, и вот такую он съел пока что. Ну, такой наборчик вообще классный. Вот этот, например, 500 рублей бы я отдала. Ну, наверное, где-то вот это, наверное, 150, там 150, 300. Тут еще, наверное, 150, 400, 500. Ну, даже дороже, наверное, он стоит. Ну, где-то 500, может. Плюс еще сам сапожок. Это у нас второй подарок. Сейчас будет третий. Так, еще два подарка. Это подарили Диме. Ну, смотрите, тут ананасы с шампанским. Мне кажется, все-таки Диме это нельзя, скорее всего. Но она такая коробка необычная. В таком пакетике две коробочки. И с этой стороны, смотрите, как клево выглядит. Они там, видимо, лежат. Очень красивая такая коробочка, такая очень узорчатая. Она такая желтая, яркая, такая красивая. От нее настроение поднимается. И вот это вот Дед Мороз под елочку Диме положил. Это уже как от меня подарок. Я уже покупала. Он тут открывается. Этот немножечко попозже покажу, когда ребенок сам его увидит, сам его откроет. И мы вместе с вами потом посмотрим, что же там находится внутри. Ну, скорее всего, я так думаю, что вот как раз несколько чупа-чупсов, как тут нарисовано, да? Какая-то сладкая вата или жвачка, не знаю, что-то такое. Еще, наверное, там. А, или все эти три чупа-чупсы есть. Фортуняни, Ментос. Или Меллис. Меллерс. Не знаю, как он там. Вот, то есть вот такое. Ну и подарок от Деда Мороза мне. То есть, ну, от Жени подарок, скажем так. Киндер вот такой, Дед Мороз. А Женя сказала, что, наверное, там подарок внутри должен быть. Не знаю, там ничего не двигается. Мне кажется, что, скорее всего, он просто пустой. А уже с этой стороны написано уже на не русском совсем языке, совсем на другом языке. И, честно говоря, даже непонятно вообще, что там написано. Вот. Но Дед Мороз очень красивый. И такие фигурки, честно говоря, я не сразу ем. Я их ем только через год, через два, через три. Вот. Ну, мне нравится, как они выглядят. Они такие клевые, классные. Как-то жалко мне даже кушать, честно. Обычно я их под елку ставлю, как Деда Мороза. Так, и вот тут мне подарила бабуля. Такие вот конфетки. Упаковка была уже открытая, вся помятая, перемятая. Она была вскрыта. И самое ужасное, то, что были вскрыты здесь тоже. Не знаю, то ли она такую купила уже заранее, то ли ей подарили, она открыла, попробовала, ей не понравилось, она мне передарила. Ну, главное, скрыто так это, как будто как порвато, как будто вот тайком скрыто. Не как обычно мы разрезаем, а вот прям, видите, аккуратненько скрыто. Ну, на Новый год, честно говоря, от нее такого подарка я не ожидала получить. Как-то лучше бы тогда не дарила ничего, честно. Вот. Как какая-то, знаете, мстя. Хотя, честно говоря, мы с этой бабулей в ссоре из-за всяких ее там предположений непонятных, которые мне неприятно выслушивать. Даже упаковка испачкана. Поэтому, наверное, она сделала так. Ну, внутри вроде лежат конфетки. Не знаю, а, ну, может, надо взвесить, посмотреть, все на месте или не все.
Может, не посмотрела, но купила такую упаковку. Ну, вот она порвата и все. Меня это удивило, если честно. Очень сильно. Вот, такие были подарки у нас на Новый год. Нам подарил Дедушка Мороз. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. И всем пока-пока.